Решением Высшего совета парламентского центра Макушкин Александр Васильевич награждается орденом за заслуги второй степени за личный вклад в укрепление национальной безопасности Отечества. Один очень известный человек в вашем районе, труженик, такой, я вам скажу, что я посмотрел на то хозяйство, которое он создал, вот, тот санаторий, которым он возглавляет, я вам скажу, намного отличается даже от некоторых санаторий, в которых я был на Черном море. Видно, что человек работает, потому что там, извините, ванны у него гораздо лучше, чем в сочинских санаториях. Вот. Человек проводил на это всю свою жизнь и продолжает это делать. Вот, трудится на благо здоровья не только своих земляков, а вообще россиян, которые нуждаются в ее помощи. Поэтому решением парламентского центра Киселев Виктор Иванович награжден медалью первой степени за заслуги укрепления национальной безопасности. Очень хорошо его самые ближние соратники, так сказать, и помощники. И поэтому по решению Центрального совета общероссийского общественного движения «Россия» награждается медалью за заслуги Сорокина Валентина Александровна. Сегодня удостоена медали человек, который занимается Руднева Татьяна Григорьевна. Большую роль в сохранении традиций, в их промножении играет ваш краеведческий музей. И, естественно, главный человек, который этим делом занимается, который всю жизнь на это положил, вот, мы его решили, что нужно, нельзя не пройти мимо этого, чтобы не отметить его деятельность. Награждается Пчелинцев Сергей Александрович медалью общероссийского общественного движения «За заслуги». Сам музей, вот, я, значит, мне нужно вручить, я думаю, что будет правильно, если мы вручим именно товарищу Пчелинцеву, благодарность Общероссийского общественного движения «Россия» Малосердобинскому краеведческому музею
за заслуги в военно-патриотическом воспитании молодежи и большой вклад в формирование активной гражданской позиции жителей района, патриотизма и любви к родине на основе пропаганды исторических традиций народов России. Еще раз поздравляю вас со знаменательной датой 130-летия великого русского советского писателя Федора Васильевича Гладкова. Это большой праздник, это праздник и торжество и духовности, праздник и торжество вашего единства. И я думаю, что это очень большой знак того, что будущее все-таки будет светлым, раз мы обращаемся к родникам прошлого. Спасибо.